Недавно Оскар Кучера дал резонансное интервью Юрию Дудю, после которого полились сотни гневных отзывов. Многие люди набросились на актера, не давшего, по их мнению, внятных аргументов по поводу спецоперации, в защиту которой он выступает. Как только Юрий опубликовал ролик, Оскар поделился опасениями из-за неверного толкования его посыла. «Вышло мое интервью с Дудем. Говорили 4,5 часа. Не знаю, что Юра нарежет. Но надеюсь, что смысл сохранит. Было непросто. Напишу, зачем я согласился. Не за деньги. Ни одной копейки я не получил, да и не платит Дудь никому. Потому что помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать иное мнение», — писал в личном телеграм-канале. Однако это не спасло телеведущего от серьезного хейта. Подписчики журналиста раскритиковали его гостя, не скупясь в оскорблениях. Это сильно задело давнюю знакомую и коллегу Кучеры Леру Кудрявцеву. «Послушав это интервью, понимаю обе стороны. Не хочу писать то, что многие написали. Хочу поддержать Оскара. Ибо свой, ибо наш, ибо патриот. А теперь вопрос к комментаторам и нашим желтым пабликам. Вы какого хера топите своих? У вас до хера патриотов-актеров, которые пытаются, как могут, высказать иную точку зрения. Вы какого хера в условиях СВО не поддерживаете таких людей, а втаптываете?» Возмутилась звезда в личном блоге. «Да пофиг, что не получилось что-то донести, четко, с фактами. Мы до сих пор пытаемся все вместе разобраться во всем, что происходит. До сих пор. Заткнитесь или поддерживайте. Если живете в России и любите свою страну, поддерживайте наших. А после разберемся, как говорится». Выпалила блондинка. Впрочем, поклонники артиста оценили его стойкость и посоветовали не обращать внимания на ненавистников. «Ваша позиция очень близка и касаемо СВО, и касаемо традиционных семейных ценностей. Респект вам, Оскар. Думаю, это было непросто. Во-первых, хочется верить, что вам хватило проницательности, и вы записали полностью интервью. Во-вторых, признаться по правде, непонятно, зачем с персонажами, подобных Дудю, вообще иметь дело», — написали они.